ЧП в Шахтерске. На местной шахте взорвалась печь. В результате 40-летняя сотрудница предприятия осталась без ноги. Состояние женщины тяжелое. О причинах случившегося Виктория Чистюхина. Взрыв на шахте произошел около 9 часов утра. Лебедчица кинула в буржуйку уголь, отвернулась, и печь взорвалась. Это помещение лебедки. Отапливалась она буржуйкой. Ну, то есть это металлическая, скажем, печь без водяного охлаждения, ну чисто засыпка углем. Ну и в слово взрыв, я не знаю, как сказать, ну, был такой момент разрыва этой буржуйки. В результате взрыва 44-летняя женщина лишилась левой ноги. В реанимацию центральной городской больницы ее привезли в шоковом состоянии. Это очень серьезно, это травматический шок тяжелой степени. Она в сознании, она медикаментозно загружена, она находится на наркотиках, между наркотиками она получает анальгетики. Предприятие оплачивает лечение пострадавшей сотрудницы. Почему печь взорвалась, сейчас выясняют эксперты и правоохранители. Уже начато уголовное производство. Место происшествия было изъято обломки, останки печки, которая находилась в данном помещении. Ну, специалисты на сегодняшний день заключение дать не могут о причине взрыва. Мы устанавливаем уже причины, то есть технические, психофизиологические причины, ну, всевозможные. По факту травмирования на предприятии ООО «Комплекс» создана комиссия, которая будет проводить расследование и будет делать соответствующие выводы. Причину взрыва обещают огласить через 10 дней. Если выяснится, что печь взорвалась в результате нарушения правил техники безопасности, виновные могут сесть в тюрьму на 8 лет. Виктория Чистюхина, Николай Добрянский, телеканал «Донбасс».